суд строгого жюри предприниматели представили продукцию высшего качества. Так, компания-производитель полуфабрикатов ООО «Вдоволь», известная в республике своей торговой маркой «Абаканские полуфабрикаты», решила удивить дегустаторов бурятским блюдом, позами и фирменными пельменями. От привычных для Хакасии мант позы отличаются своей формой, и, конечно, в их составе никаких консервантов и добавок, только говядина, свинина и лук. Они очень сочные, вкусные и необычные. Они натуральные. И они как домашние, они домашним абсолютно не уступают. У них и форма, то есть лепка домашняя, и вкус традиционный. То есть тот, к которому привыкли основные наши, скажем, жители Сибири и России. Получить знак качества 100 лучших товаров России претендуют и пельмени фирменные. Секрет этих полуфабрикатов прост. Для их приготовления используют только отборное мясо и специи. А сохранить полезные свойства и качество продукта позволяет камера шоковой заморозки. Пельмени при температуре минус 40 в течение получаса находятся в специальной камере, а затем фасуются и отправляются на прилавки фирменных магазинов. Абаканские полуфабрикаты популярны не только в Хакасии, но и в Минусинске, Красноярске и Новосибирске. Тысячи постоянных клиентов – это и есть лучшая оценка работы компании «Вдоволь». Получить всем известный знак качества стремятся не только известные компании, но и начинающие производители. Индивидуальный предприниматель из Аскиза Елена Бурнакова на рынке Хакасии меньше 2 лет, однако в качестве своей продукции она уверена на 100%, поэтому выйти на конкурс не побоялась. Судьям повара приготовили пельмени, одно из самых популярных блюд у населения, но найти натуральные и вкусные полуфабрикаты не так-то просто. А главное в блюдах этого предприятия – качественное мясо, которое закупается только у проверенных поставщиков. Можете попробовать, оценить по достоинству и принять решение. То есть, согласно, мы приходим на рынок только вот недавно вышли. И надеемся, что в дальнейшем продолжим дальнейшее движение много со временем. Пока продукция Елены Бурнаковой знакома в основном жителям Аскизского района, но в планах выйти на рынок республики. Начинающие производители расширяют ассортимент. В ближайшее время предприятие Елены Бурнаковой начнет выпуск вареников с черносливой и рыбы. Первыми новинку попробовали судьи конкурса. Блюдо получили только положительную оценку. Главный претендент на звание лучшего не только в регионе, но и в стране – предприятие «Рыбный мир». Команда рыбопереработчиков в конкурсе «100 лучших товаров Хакасии» уже побеждала, и это не все достижения. Производители копченой, соленой и вяленой рыбы, всевозможных закусок из морепродуктов получили дипломы на выставке «Экспо» в Кемерово. Становились лучшими в Хакасии и юге Красноярского края в области применения ингредиентов и новых технологий в переработке морепродуктов. Для участия в «100 лучших товаров России» «Рыбный мир» всегда представляет только новинки, и хотя предприятию уже много лет, находят чем удивить. Мы будем представлять продукцию, которую мы недавно декларировали. Это качемасы, чипсы рыбные, дальше палочки рыбные и вяленую рыбу. Палочки мы делаем из рыбы, поставляем из Дальнего Востока. Это кита, кижуч, горбуша. «Рыбный мир» сотрудничает с крупными российскими компаниями и зарубежными специалистами, однако главное отличие от импортного товара – все сырье натуральное, рыба выращена в природных условиях. Предприниматели Хакасии преуспели не только в пищевой промышленности. Компания «Промтекс» возрождает в республике перчаточное производство. Небольшой, оборудованный современными станками цех позволяет выпускать в год до 1 000 000 пар перчаток, применяемых для различных работ. Кстати, всего 3 года назад на предприятии было 4 аппарата, а сейчас их 28. Мы представляем смесовые перчатки, то есть смесь ХБ и полиэфирной нити, то есть для крепости добавляется нитка. Но есть также, кому надо, то есть антистатику, то есть чтобы не статичное электричество не накапливалось в перчатках, мы делаем ХБшные. Для изготовления перчаток используют импортные нитки, в основном с Узбекистана и Беларуси. Готовые изделия можно подобрать и по сезону, и по классу защиты от 7 до 10. Товар проходит двойной контроль сразу после выпуска и при упаковке. Качественные прочные перчатки покупают не только в Хакасии. Компания зарекомендовала себя в Красноярском крае и Туве. Причем для своих клиентов «Промтекс» предлагает бесплатную доставку. Один из самых технологичных товаров представила компания «Формула энергии». Фирма не только устанавливает светодиодное оборудование, но и производит его. Попасть в сотню лучших товаров Хакасии, а затем и России, у компании есть все шансы. «Формула энергии» предлагает мощное светодиодное оборудование для уличного и промышленного освещения, а также для офисов. Причем для каждого отдельного заказа светильники подбираются индивидуально. Все зависит от потребностей клиента. Для каких-то предприятий
именно первое уличное освещение, это для четкой работы системы контроля, эстетический вид, все видно, все приятно, красиво. Для цеховой, на промышленное освещение внутреннее, для экономии на обыкновенных лампах как бы достаточно большое энергопотребление. Мы предлагаем нашему клиенту сминимизировать эти расходы. В отличие от стандартных ламп, при производстве оборудования «Формула энергии» используют дополнительные элементы – вторичную оптику, что позволяет независимо от высоты установки одинаково освещать нужную территорию либо рабочее место. Покупатель может выбрать не только готовые светильники, но и заказать свой дизайнерский. Бесспорные лидеры в обустройстве дома – компания «Тепломонтаж». Огромный выбор услуг позволит в одном месте сделать заказ на оснащение жилья тепло- и водооборудованием, пробурить скважину и провести канализацию. А для владельцев квартир у компании есть особое предложение. Специалисты могут установить теплосчетчики, благодаря которым сумма за отопление сократится на десятки тысяч рублей. Уехали вы на выходные куда-то, поставили температуру 15 градусов на счетчике, там стоят регуляторы, значит, сами обычно в эксплуатации очень доступны, сами отрегулировали. Если квартиру просто не используете, никто там не проживает, поставили на 10 градусов, у вас есть 10 градусов в квартире отопления, вы за него оплачиваете. Компания «Тепломонтаж» устанавливает не только теплосчетчики на батареи, но и на воду. С помощью этого оборудования владельцы квартир не будут переплачивать за горячую воду, если по факту ее температура менее 40 градусов. Приборы учета, которые предоставляет «Тепломонтаж», утверждены техническим регламентом, поэтому управляющая компания дома не вправе запрещать их установку. В 1999 году, когда Хакасия начала проводить конкурс «100 лучших товаров», заявку подали всего две организации. Теперь же в программе участвуют десятки предпринимателей. Активным кандидатом стала и страховая компания ВСК. В этом году страховой дом презентовал новую программу «Медицина без границ». На бесплатное здравоохранение положиться можно не всегда. Сложные операции в большинстве случаев делают за рубежом, и суммы на лечение исчисляются миллионами. Наша программа как раз помогает сохранить бюджет, и наш клиент, мне кажется, в той ситуации, когда близкий человек окажется болен, но денег в семье не окажется. А мы предоставляем медицинский сервис и врачей наивысшего уровня исключительно за рубежом, более чем в 100 странах мира. Компания ВСК застрахует не только здоровье, но и имущество от автомобиля до завода. Подстраховаться можно практически на все случаи жизни, включая техногенные и природные катастрофы. Компания, которая получила в 2001 году рейтинг А2+, это наивысший рейтинг надежности. Не менее интересную программу представил многофункциональный центр Хакасии. Оформление документов теперь не требует бесконечного ожидания в очередях в тесных неудобных помещениях. Подать заявку, например, на открытие своего дела или регистрацию ребенка можно даже в обеденный перерыв. МФЦ работает по принципу одного окна. И оформить целый пакет документов, например, на недвижимость, можно, не отходя от одного специалиста. Однако многофункциональный центр на достигнутом не останавливается. Появилась новая услуга – выезд нашего специалиста к заявителю для приема необходимых документов. Это услуга оказывается на платной основе. Исключением являются граждане, это инвалиды первой и второй категории и ветераны Великой Отечественной войны. К ним мы выезжаем бесплатно. Кстати, и после оформления готовые документы доставят по адресу курьерской почты. Сэкономить время можно и через сайт МФЦ. Там же можно узнать, на каком этапе разработки находится документ. Лауреаты многочисленных конкурсов, в том числе и 100 лучших товаров России, научно-технический центр «Гражданпроект» в этом году представил на суд жюри свою последнюю работу – здание радиоцелецентра. Это не только современный технический, но и интересный дизайнерский проект. Разработать план сложного по размещению и исполнению современного объекта специалисты «Гражданпроекта» смогли за 2 года. Внутренние интерьеры, они способствуют тому, что у человека появляется хорошее настроение. Он удобство, светлый, значит. Ну и фасады, я считаю, что достаточно удачные, оригинальные фасады. У нас в Хакасии таких фасадов не было. Работа этого научно-технического центра знакома практически всем жителям Хакасии, и все они стали достопримечательностями республики. Это храмы Преображенский, Константина и Елены, актовый зал, лицея Эврики в поселке Черемушки. Кроме социальных и промышленных зданий, научно-технический центр проектирует торговые центры, парковые зоны, индивидуальные дома. Не первый год в конкурсе принимает участие Черногорский оздоровительно-реабилитационный центр имени Александра Лебедя. В 2014 году здравница не только победила в Хакасии, но и стала дипломантом всероссийского конкурса «100 лучших товаров». В этом году оздоровительный центр успех надеется повторить.
поступая к нам, граждане, по сути дела, получают санаторно-курортную помощь, чего они не могут получить в других социальных учреждениях. Это и водолечение, грязелечение, лечебная физкультура, лечебный массаж ручной и механический, это спелеотерапия, лечебные ингаляции. Широкий спектр медтехники для физиотерапии, искусственная соляная комната, кислородный коктейль, электро- и светолечение – это только малая часть услуг. А еще, как говорят сами специалисты, здесь можно укрепить не только тело, но и дух. Для клиентов проводят специальные тематические вечеринки, экскурсии по заповедным местам Хакасии, посещение театров и культурные мероприятия. Самая зрелищная номинация конкурса – изделия народных и художественных промыслов. Участников здесь не так много, однако те, кто пришел, запомнятся надолго. Например, предпринимательница Ефросиня Сагалакова из села Аршанова. Она сама организовала производство одежды из войлока. Это не только дизайнерские платья с этническим рисунком, но и жилеты для повседневного быта. Заказов становится все больше, поэтому предпринимательница решила пора мануфактурное производство менять на промышленное. Правительство ей защитило проект на 4 миллиона, что промышленной основе все было, оборудование закупать. Со временем вот, мечтаем, планируем. В Питере готовят оборудование, вот, надо его выкупить и, пожалуйста, привозите шерсть в Аршаново. Ефросинья Ефимовна – настоящая хранительница хакасских традиций. Умелица сама создает рисунки на костюмах, придумывает образы и учит этому детей. В деревне она организовала кружок, где юные мастера постигают сазов – искусство валяния шедевров из войлока. Объемное искусство резьбы по дереву представлял известный предприниматель республики Александр Исаков. Работы таштыбских мастеров известны на всю Россию. Рельефные полотна из дерева у ценителей искусства пользуются особым спросом, и в мастерской Исакова есть что выбрать. Это репродукции мировых шедевров, картины с изображением зверей и пейзажи. Особое место занимают библейские мотивы и хакасский эпос. Сырье у нас местное – это кедр, лиственница, сосна. Ну и люди местные, это таштыбские люди, таштыбские художники. Вот у нас редкое совпадение, талантливые люди, наличие сырья, ну и желание работать. В мастерской Александра Исакова можно не только приобрести готовое изделие ручной работы, но и заказать свое. Это может быть скульптура, портрет или дизайнерская шкатулка. А при желании клиент может не только купить отдельные детали дома, а создать полностью интерьер. Мастера изготовят неповторимую резную мебель по индивидуальному заказу, либо предложат свой.